Пассажирский автобус 45-го маршрута протаранил две стоящие на светофоре иномарки. Все произошло на улице Несмелого. Одной из причин столкновения, по уверению предполагаемого виновника происшествия, стала скользкая дорога. Учитывая, что машины находились в разных рядах, на этом участке дороги образовался большой затор. Альбина Минибаева с подробностями. Как раз светофор загорал. Увидев мигающий сигнал светофора, девушки-водители иномарок Suzuki и Kia решили остановиться. То же самое попытался сделать и водитель автобуса, едущий следом. Однако избежать столкновения многотонник не смог. Говорит, машину попросту занесло. Тащил, вас потащило, да? Вы не успели остановиться. Пассажиры у вас не пострадали, не упали? Первый удар приняла на себя Kia, а после досталась и Suzuki. Учитывая, что автобус успел снизить скорость, легковушки получили незначительные повреждения. Я что-то не поняла, как он ехал. Я вижу, он сзади несется. Свою вину в ДТП водитель автобуса полностью признал. В результате аварии никто не пострадал. Автомобили смогли покинуть место происшествия без помощи эвакуатора. Альбина Минибаева, Ратназипов, Константин Бушуев. Вызов 112.